I'm Кайл Маврин, мне просто нет. Вот ты уже начинаешь поджигать. Я когда тебя на поле словила, да, ты сказал, я еще ничего такого не сказал. Такое настроение? А? Мне там в ухо просто передавали. Начинаем мы, не начинаем, поэтому я хотела сказать Амкал, вот так получилось. Амкал. Так. Настроение поджигать у тебя или что? Нет, все нормально. Как тебе сегодняшний матч? Как вчера на Вернадке, если ты понимаешь, о чем я. Нет, не понимаю, о чем я. Ну, и прорекламировать конкурирующую лигу. Мы уже давным-давно про это забыли. Мы говорим о сегодняшнем дне, о сегодняшнем матче. Вот. Да. А какой вопрос был? Вопрос, как тебе сегодняшний матч, как тебе бразильцы, новая команда, которая дебютировала в этом сезоне МФЛ, ожидали от них вообще, что они будут забивать Амкалу? Амкалу, участнику Кубка России, между прочим, которые вот там с профессионалами, самыми топовыми, готовы были уже зарубиться. Выскочки, согласен. Ну вот поэтому и пришлось выиграть их. Я вообще, ты обращаешь внимание, я вас все возвышаю, а ты говоришь выскочки. Ну, выскочки, в смысле, ребята из Бразилии. Вот короче, ты когда приходишь на флеш-интервью, да, нужно немножко побольше раскрывать то, что ты имеешь в виду, потому что я могу это воспринимать по-своему, зрители по-другому. Поэтому здесь немножко больше слов, немножко больше открытости, вот и все. Хорошо. Возьмешь какие-нибудь курсы, да? Ну и да, по ораторству. Я начинающий блогер, пока очень плохо в микрофон говорю. Вот так, по-моему, Сибска научил. Да, да. Ты еще вот обратись, там есть команда Матч ТВ. Угу. Они все на телеке работают, да? Тебя научат. Спасибо большое. Беги, беги. Спасибо. Да. Вот такой вот Амкал. Амам. А редактор пусть мне говорит почетче, чтобы я знала, когда нам в эфир вступать.